Всем привет! Продолжаем моделировать наш ледоруб. В этой части видео я закончу нижнюю часть ледоруба и поправлю кое-что наверху, ручку, сделаю более-менее его похожим на референс. Приятного просмотра! Много времени у меня ушло на создание этого крючка. Не знаю точно, как он называется. Но я старался, чтобы он был похож на оригинал. Добавлял, значит, ему ребра, перемещал точки. Очень много работы с ним. В общем, пришлось повозиться. На референсе я увидел дорубе фасочку, и ее, естественно, тоже нужно сделать. Фасочка имеется в виду на отверстии и на верхнем отверстии, таком большом фигурном. И для этого я использовал Z-моделлер и инструмент, который находится в нем, Bevel. Все очень просто.
Достаточно часто я включаю Dynamics Subdiv, чтобы сравнить с оригиналом, так как оригинал у нас гладенький, да, а здесь я работаю с примитивом, поэтому включаю, выключаю, присматриваюсь, чтобы добавить в нужных местах ребра. И, конечно же, это занимает достаточно времени. Добавляю ребро на молоточке, который есть в ледорубе. И там, видите, темная часть такая. Я ее хотел обозначить, то есть ее нужно отделить, сделать такую фасочку, углубление, чтобы эта часть ледоруба была отдельной и заметной, так как она есть на референсе. Также я добавил ребра в углах этого большого отверстия, чтобы обозначить эти самые углы, чтобы они не расплывались, и придать им форму, которая там есть на референсе, так как она не такая, как бы, ну, овальная просто, а имеет такую геометрическую форму, которую нужно обозначить. Для этого нам нужно побольше ребер туда на углы накидать, чтобы с этим делом справиться. Здесь я включил сглаживание, чтобы посмотреть на результат. Если он мне понравится, я его таким и оставлю. Если нет, то, возможно, ребра я удалю и оставлю более сглаженную форму. То есть удалю их подальше от углов, чтобы не были такие резкие переходы. То есть чем ближе ребра и их больше к углам модели, то есть там создается натяжение, там идет более плотная сетка и создаются более четкие формы, не размытые.
я сделал копии частей ледоруба. Если вдруг где-то я запарю модель, то есть сделаю какую-то ошибку неисправимую, то я всегда смогу вернуться к предыдущей версии ледоруба, более упрощенной, и там уже продолжать с ней работать.
Так как на референсе присутствует разделительная полоса вверху ледоруба, естественно, я ее также решил повторить. То есть нужно сделать в этом месте углубление. Для этого я добавил сюда полигруппу, как вы видели в ранее видео. И потом, скорее всего, я добавлю здесь экструд внутрь. И получится у меня, и если вы повторяете то же самое за мной, то и у вас получится то же самое, такое разделительная полоса. На этом я заканчиваю часть этого многосерийного сериала. Не знаю, сколько серий я еще буду снимать. Но, естественно, вся работа, которую я делал, она не войдет в видео, так как это, скорее всего, будет скучно. Я сидел там, кое-какие моменты обдумывал. Но основную часть я вам продемонстрирую, конечно же, чтобы вы смогли повторить ледоруб или сделать его еще лучше. Не болейте, берегите себя от вируса COVID, мойте руки, носите маску. Всем вам здоровья, до новых встреч, всем пока.